That's not true. С мусором в башке, который после войны не может оставаться прежним. Don't tell me about justice and destiny and right and wrong. Хорошо, плохо. Don't you dare talk to me about that. Даже не думайте, мне все это предлагать. I shot a 4-year-old boy, about a 3-year-old boy, 3.5-year-old boy, right here. Я должен был нажать курок, когда мне встретил ребенок. И задняя часть его головы была розочкой, и он упал замертво. As far away from me as you are. На таком расстоянии от меня, как вот вы. As far away from me as you are. Как вы. When he hit the ground, he blew up. Когда он упал на землю, взорвалась та взрывчатка, которая была к нему привязана. And pieces of that little boy splattered all over. И куски этого ребенка разлетелись по каждому из нас. Me and five of my Marines. Я и пятеро моих пехотинцев. The Marines couldn't shoot him. Пехотинцы не могли на курок нажать. Because he was a little boy. Потому что он был ребенком. And they knew. Они знали. I had given that boy food the day before. Я до этого его с ложки кормил. Patched up his infections. Я ему лечил все его нары. He was still wearing the bandages I put on him. Он по-прежнему ходил с теми повязками, которые я ему повязал. Helped him in my lap. Он на коленях у меня сидел, пока я его кормил. Like я играл с ним, как со своим. The day before. За день до. So, he goes to wherever he goes that night. The next morning, he's running at us with a big smile on his face. Он возвращается туда, где он обычно находится ночью. Утром он бежит нам навстречу с большой улыбкой на лице. To go visit his friends. К своим друзьям. I can see the pack straps. А я вижу отметины от рюкзака. All six of us saw the pack straps. Все шестеро видят отметины от рюкзака. The enemy had put a bomb on that little boy. Он взял и привязал к этому трехлетнему ребенку взрывчатку. He told him, "Go visit your friends." И сказал ему идти к своим американцам. I don't shoot that little boy. All six of us are dead. Я его не пристрелю, пока он бежит. Нас шестерых нет. You understand? Включая его. Понятно? I had no choice whatsoever. У меня не было никакого выбора, я должен был бы принять это же решение завтра. You know what a psychologist told me? Вы знаете, что мне сказал во время консультации психолог? It was that little boy's destiny. Это была судьба. Everything I could do not to pound that psychologist. Я делал все, что было в моих силах, чтобы не ударить того психолога. It was that boy's destiny. The enemy saw it with a bomb that little boy and destined him to be blown to pieces. Вьетконг привязывает к трехлетним детям взрывчатку и превращает это в их судьбу. Don't you dare tell me there was a reason for that. Не думай мне рассказывать, что есть судьба и предначертание у кого-то сдохнуть. That little boy died because he was supposed to. God decided that little boy. Не начинай мне на консультации рассказывать, Бог решил, что этому мальчику пора было умереть. No, God decided that. Ни один Бог не решит такое. Three enemy soldiers decided that. Три вражеских солдата могут такое решить и решить, что это нормально. And if I could have caught those three guys, I'd have killed them slowly. Если бы я мог в тот день найти тех, кто к ребенку это привязал, я бы убивал их медленно. And if I could catch them today, I'd still kill them. Я бы на сегодняшний день мог бы их найти, я бы по-прежнему продолжал их убивать. I liked that little boy. I мне нравился этот малыш, мне было не все равно. And I'm the one who has to shoot him. Именно я должен был принять решение нажать на курок. Oh, forget it. А, забудь. It's over, doc. Все уже в прошлом. It's in the past. Это все в прошлом. You can let it go. Теперь можно отпустить. I can let it go. Можешь отпустить. I dream that little boy about once a year. Он мне снится где-то раз в год. And I tell him I love him. И я ему говорю, что я его люблю. I tell him I'm sorry that I had to do that. Я ему говорю, мне так жаль, что мне пришлось сделать этот выбор, но у меня не было возможности выбрать ничего другого. Каждый раз, как я искупаю свою вину, I look at him in my mind. Ты видишь ребенка его возраста, ты в голове говоришь, это, что ты. And then I can have some little tiny sense. И появляется крошечное ощущение. Of why? How? What? Почему? I know that's a lie. Я знаю, что это самообман. You understand? Понимаете, о чем я говорю? I know that's not true. Я понимаю, что это не истина. But how am I going to live with that? How am I going to do it? Как продолжать жить после того, как ты должен был принять такие решения?